Шведская компания Scania создана в 1891 году. Ее путь начался с производства велосипедов, а сегодня это мировой лидер по производству грузовых автомобилей, комфортабельных автобусов, а также самых экономичных промышленных дизельных двигателей. С Россией Scania связывает многолетнее сотрудничество. Выход на мировой рынок шведская компания начала именно с нашей страны. Сегодня у фирмы свыше 1600 сервисных дилерских центров более чем в 100 странах мира. При этом 52 из них находится в России. Мы ощущаем большую поддержку от Московской области. Касается ли это вопросов строительства или вопросов бизнеса? Мы вполне удовлетворены этим взаимодействием и планируем и дальше поддерживать сотрудничество с Московской областью. С Одинцовским районом Scania начала сотрудничать в 1998 году. На 43-м километре Минского шоссе она возвела комплекс из двух сервисных станций Г1 и Г2. Новая станция Г3 – это часть программы глобального обновления всей компании. Там будет осуществляться техническое обслуживание автомобилей фирмы по самым современным стандартам. Для Одинцовского района открытие новой станции также имеет значение, ведь прогнозируемые налоги в местный бюджет от нее составят около 33 миллионов рублей в год. Открытие нового этого центра имеет большое значение как объем новых инвестиций в район, так и открытие дополнительных рабочих мест для жителей Одинцовского района. Церемония открытия новой станции прошла с размахом. На нее приехали посол Швеции в России Эриксон Петер, министр инноваций и инвестиций Московской области Дмитрий Буцаев и много других почетных гостей. Официальная часть открытия началась с грандиозного лазерного шоу, а появление генерального директора Scania Русь вызвало особый восторг у гостей. Да, это Scania! Организаторы представили гостям выставку самых современных моделей грузовых машин, продемонстрировали возможности новой станции, подготовили викторину с подарками для победителей. А своим непосредственным клиентам руководство компании пообещало на новой станции первоклассное обслуживание и современный сервис. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».